Далее в программе еженедельная сводка о ходе вакцинации. Почти 17 тысяч жителей городского округа привились от коронавирусной инфекции на данный момент. Приближается сезон отпусков, и очень важно понимать, что люди, которые провели вакцинацию против COVID-19, они защищены как сами, так и окружающие люди. В городском округе количество вакцинируемых от COVID-19 приближается к цифре 17 тысяч человек. Закончили вакцинацию и первым, и вторым компонентом вакцины около 12 тысяч человек. 4 мобильных пункта вакцинации перешли на ежедневный режим работы. Это торговый центр «Глобус», «Пилот», «Центральный рынок» и МФЦ. Чтобы привиться в этих пунктах, предварительная запись не нужна. Достаточно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Каждому жителю, который привился от COVID, выдается сертификат о вакцинации для предъявления работодателю при трудоустройстве, выезде за границу или при госпитализации. В городском округе все еще регистрируются случаи заболевания коронавирусом, поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики в общественных местах и транспорте, носить маску, пользоваться санитайзером. На сегодняшний день в городском округе зарегистрировано 570 случаев. Детей на учете стоит 15, все они наблюдаются амбулаторно. Случаи выявления COVID продолжают фиксироваться ежедневно, поэтому просим вас соблюдать масочный режим, защищать себя и своих близких и приглашаем всех на вакцинацию.